Всем добрый день. С 1 сентябрем. Не знаю, смотрят ли меня школьники, думаю, что нет. Но родители школьников, наверное, смотрят. Поэтому поздравляю всех с началом нового учебного года. Наступила осень. У нас тоже, видите, такая пасмурная погода. Обещали даже дождь. Все-таки 1 сентября в любой стране. Я думаю, что день такой ознаменующий, среди прочего, начало смену сезона. И сегодня мы находимся в самом центре города, чтобы воспользоваться возможностью показать внутри церковь. На этом я, наверное, сейчас прекращу вещать. Все-таки в церкви разговаривать не поощряется. И попробуем зайти и поснимать. Вроде бы как снимать можно. Buenos días.